Ожидания были противоречивые, от чего-то совершенно феерического до практически ничего не ожидала. Не знала, что ожидать, боялась что-то ожидать. Я ожидала увидеть и услышать что-то новое о профессии бизнес-тренера. Радислав Гандапас – это тот человек, который вот своей личностью, да, то есть своей внутренней зрелостью, он уже дает потрясающий материал для жизни. Радислав дает конкретные, понятные технологии, как это сделать, как достичь успеха, ну и, конечно же, показывает это своим примером. Больше всего меня впечатлило на тренинге Радислава то, что были применены методы геймификации, когда в игровой форме очень активно аудитория принимала участие. И сам вот этот эффект от той энергетики, которая присутствовала вот во всем зале, это было непередаваемо. Довольна, что попала на данный мастер-класс, получила море эмоций, полезной информации, различных фишек, которые я обязательно буду применять в своей работе. Отличный мастер-класс, всем рекомендую, особенно тем людям, которые хотят как-то подняться в карьере бизнес-тренером, либо из каких-то смежных профессий. Много инструментов, много полезной информации, полезный контент, как всегда, на высоте. Рекомендую. Я получила не только знания об этой профессии, но и я поняла, какой гранью она может отыграться в жизни, то есть как она может помочь мне, например, реализоваться в жизни. Я восхищен. Сегодня мы прошли новую программу, и это нам помогает развиваться, расширяться. Но это бомба, это тренинг, наверное, самое лучшее из того, что произошло в данной сфере в моей жизни за последние несколько месяцев, это точно. Он позволяет даже не в плане какой-то информации, а просто ощущение пребывания с этим человеком в одном помещении, и то, что он передает собой, сам собой, дает самое ценное, что здесь может быть, и это как раз и позволяет расти. Поэтому, люди, ежели перед вами стоит вопрос, покупать ли, может быть, запись или идти на тренинг, да, то есть обязательно идите живьем, потому что здесь вы получите то, что вы больше не получите нигде. Таких людей, как Радислав Гандапас, крайне мало, именно по причине того, что гармоничное сочетание разных сторон жизни, прокачка, скажем так, в разных областях, и вот человек живет по-настоящему на 110%. Этим могут похвастаться единицы.